Всем привет, вы на канале Алко Парфюмер, и сегодня на обзоре грузинский коньяк Энисели 14 лет. Ну что, поехали. Ну что ж, давайте приступать, и многие уже просили бюджетного обзора, и в этот раз у нас рубрика «Бюджетный сегмент», и давайте приступать к обзору и к распаковке. Энисели идет вот в такой вот бутылке. Сверху на лицевой этикетке мы видим название производителя «Груз Винпром». На нижней лицевой этикетке мы видим, что это грузинский коньяк Энисели, 14 лет выдержки, 40% крепости и объем бутылки 0,5 литра. Состав коньячной дистилляты выдержан не менее 14 лет, вода подготовлена и пищевой краситель, сахарный колер. Год урожая 2005, место происхождения винограда регион Кахетия, Грузия, сорт винограда Кцетелис Сапирави. Дата розлива 08.04.2022 года. Крышка пластиковая, брендированная. Сама пробка тоже из пластика. Ну, а теперь коньяк пускай немножко подышит, и скоро я вернусь. Ну что же, коньяк подышал, и давайте приступать уже к дегустации, и начнем, как обычно, с цвета. Подкрашен он в такой классический коньячный цвет, напоминающий какой-то чай. Сама структура средней маслянистости. Ну и давайте приступать к аромату. Умеренная спиртуозность. Присутствуют сухофрукты. Имеется в аромате смола каких-то хвойных пород деревьев. Есть такой бальзамический аромат травяной настойки. Присутствуют медовые нюансы в аромате. Имеется такой запах сухих, опавших осенних листьев, намокших после дождя. А также есть легкий намек на выделанную кожу. Ну и давайте попробуем его на вкус. Во вкусе тоже сухофрукты присутствуют. Также травяной настой имеется, как и в аромате. Есть пряные специи, которые появляются именно во вкусе. Кстати, спиртуозность есть, но тоже умеренная, и присутствуют какие-то медовые нюансы. Проявляется ореховость, в основном имеется такая горчинка грецкого ореха, но в принципе приятная. А также намек на привкус табачного листа проявляется. Финиш у него короткий, сухофрукты, грецкий орех, табачный лист, травяная настойка и появляется перечная мята, а также какой-то переспелый фрукт садовый, возможно даже подгнивший, что-то вроде яблока или груши. Что же касается оценки, давайте я ему сразу ее поставлю. Это будет за аромат 17 баллов, за вкус. Вкус поинтересней, поприятней, это 18 баллов. Финиш опять проваливается, это опять же будет 17 баллов. И за баланс я, наверное, поставлю 18 баллов. Итого общая оценка 70 баллов. Что по выводу могу сказать, то что в принципе коньяк натуральный, это чувствуется, без каких-то серьезных дефектов, питейный, ну, питкий, скажем так, пить его можно, более или менее приятный, подойдет под застолье, но я его второй раз не куплю. Что же касается цены, то я его взял за
950 рублей в такой сети супермаркетов, да. А вообще без, это по акции ценник, а без акции он стоит от 1300 рублей в той же сети, да, до, по-моему, насколько я промониторил, до 2500 рублей. Это для тех, кто считает, что 14 лет не может быть за 1000 рублей. Пожалуйста, можете покупать его за 2500 рублей. Ну а на этом давайте будем закругляться. Вы сами все знаете по поводу подписок, комментариев, лайков и тому подобное. Ну а на этом все. Всем пока и до новых встреч.